Ну, а, впрочем, чистить город в ближайшее время придется все еще по старинке, руками сотрудников ДЭУ. Но на помощь им уже приходит современная техника. Сегодня специалисты учились правильно мыть асфальт и стены. Шутка ли, скоро районы получат аппараты сверхвысокого давления, которые своим напором могут смести с земли не только мусор. Мощной струей водяная метла может отмыть с асфальта и стен застаревшую грязь и граффити. Но мусор и камни при такой уборке летят в разные стороны. Поэтому рабочие будут мыть город в специальных касках в то время, когда на улицах будет мало прохожих. К новой технике у городских властей два основных требования, чтобы она была максимально маневренной и с минимальным расходом воды. В каждый район планируют закупить по два новых агрегата.